тетрадь, учит в школе, учит в школе, учит в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать, учит в школе, учит в школе, учит в школе. Где севера, где юг, рисовать квадраты круг. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Подождать везде всегда, но с ним вешать никогда. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Желание.
исполняли. Ну давай оторвем лепесток и узнаем. Под насеньем написано «Басня Ивана Андреевича Крылова. Ворона и лисица. Математика». Я помню, что «Басня Ворона и лисица» мы проходили в четвертом, во втором классе. Но при чем здесь математика? Не знаю. Давай оторвем лепесток и узнаем. Лети, лети, лепесток, через запад, на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели. Дай нам правильный ответ, что подарит синий цвет. Где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж собралась. Да призадумалась, а сыр во рту держала. А в ту пору лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисица сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит. И говорит так сладко, чуть дыша. Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывай так про вас сказки. Какие перышки, какой носок! И верно ангельским быть должен голосок. Спой, светик, постыдись! Ведь ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты бы у нас была царь-птица. Но только так ворона лису увы не слышит. Задача вся она. Все думает, чуть дышит, но у лисы-то хитрость не отнять. К вороне обращается опять. Голубушка, а ты поди ж еще умна. Скажи же, сколько будет дважды два? Ворона на секунду позабыв о сыре, вдруг каркнула во всю воронью мощь. Четыре! Но сыр при этом под крылом зажала. Задачу-то она не дорешала. Лиса ушла голодная и злая. Мораль сей басни, вот у нас какая. Не зря науки постигаешь, будь ты маляр, поэт или педагог. Коль математику ты знаешь, то не упустишь свой кусок. Лепесток слетел, чтобы услышать very well. My mother calls me Lily, I'm from this flower pot. My mother's name is Lily. Oh, who is there by the window? Hush, I'm a frog, a pretty frog. What can I say? Croak, croak, I will take you to my son Johnny. He will marry you. No, no, I don't want. Hush. We're jumping to the swamp. How Johnny will be glad. He's a charming young lad. Johnny, look, I have brought you a nice girl. Her name is Lily. Will you marry her? Oh, Mother, thank you very much. Croak, croak, I'm so happy. Lily's so nice and pretty. Good, I will jump and find a nice wedding dress for her. Goodbye. My name is Johnny, and I'm glad to see this girl. But why is that? Be nice, be good, be joyful, please. I want to give you my warm kiss. I'm a 24 girl. I went back to my mom. I must run away. I don't know what to do. Thank you, dear girl. Now I'm strong and
take me to the volcanoes and flowers and nails. Thank you, dear swallow. Of course I will. Lily, be quick. Will you sit on my wings? We are flying away. And do you want to know the end? The end is very good. Yes, I married the elf, and he is kind, not rude. I sent a letter to my mom, to dear mother Lily. It's an invitation to my home, to me, her daughter Lily. Thanks to the swallow, we are happy. The swallow also lives at hand, and we invite you to my place, to our magic land. Собирать меня. Когда я становлюсь красна, то очень-очень я вкусна. Под листиком я прячусь на поляне. Большое нужно проявить внимание, чтобы меня среди листвы, среди стеблей, среди травы заметить. И я скажу вам по секрету, не каждому под силу это, но точно всякому известно, как для здоровья я полезна. Ну, а меня в июле собирают, и в августе краснею я всегда. Все сборщики отлично знают, когда я появляюсь на кустах. Бываю сладкой, и немного кисловатой, и водянистую, и суховатой. Творить варенье можно вкусное со мной, и на болезни люди лечатся со мной. Но я полезна очень и сырая, вот я хорошая какая. А я бываю черный, красный, белый. В конце июля становлюсь я спелой. Сладкая и немного кисловатая. Уж очень любят мои ягоды ребята. И взрослые едят меня охотно. Ведь вкус такой ягод превосходный. Варенье также варят из меня. Все витамины сохраняю я. Поэтому зимой и весной полезно очень пить чаек со мною. Все мы полезны, все вкусны. И людям очень мы нужны. Но для чего, скажите, всем на диво здесь вырос этот куст крапивы? Какая польза от него? Что людям этот куст дает? Конечно, я не так вкусна, как вы. Могу неосторожного обжечь. Но можно из моей колючей головы вкусный суп сварить, с ней пирожок испечь. Во мне есть много витаминов для всех людей необходимых. Известно, что в народной медицине меня используют до ныне. Так что большая польза от меня. Не просто так здесь оказалась я. Прости нас за упрек, Растах. Мы думали, что ты простой сорняк. Невзрачных трав, цветков, кустов не счесть. От каждого большая польза есть. Так что поспешно не судите. А к нам получше приглядитесь. Но осторожным надо оставаться, ведь может что-то ядовитое попасться. И все по книгам точно не узнав, опасно начинать использование трав. Мы знаем правила программы, любую тему из программы. Можем сразу получить, рассказать и получить отметку 5 минут. А коли мы серый лепесток, и русского мы посетим урок. А коль у нас сегодня праздник, поможет нам кроссворд проказник. Вот русские литературы вместе, всем будет очень интересно. Фруктовая огородная страна. В одной из детских книжек о ней герой, мальчишку плохой. Он храбрый, справедливый, озорной. Кто я? Чиполлино. А какие программы в моем имени? Далее. Удвоенная. А еще? А Чиполлино, это им, собственно, очень хорошо было. Спасибо. Сейчас потолкуем о книжке другой. Тут синее море, тут берег морской. Старуха прикажет, старик выйдет к морю. Он что-то забросит, кого-то поймает и что-то попросит. Кто я? Какие программы в моем имени? Лина. Слово «золотая» исторический блок «Оло». Прочитай слово «злато». А еще? Наташа.
Саша. Это имя собственно пишется с большой буквы. Рыбка здесь парная согласно слабой позиции. Провершено слово рыбашка. Скорее бы приблизился вечер, и час долгожданный настал, чтоб мне в золоченой карете поехать на сказочный бал. Кто я? Золушка! Какая орфограмма в слове Золушка? Гоша Караков. Золушка — это не имя собственно пишется с большой буквы. Спасибо. Под водой поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки да лягушки. Эх, жирная жестянка, да на ее болото. Живую как поганка, а мне летать охота. Кто я? Водяной. Водяной. Какие поганки в моем имени? Боже. Вы слове водяной? Бездарное гласное О, проверочное слово воды. И это имя собственное. Водяной. А еще... Гоша Колесов. Слой водяной, суффикс «я». Молодцы! Красная девица грустна, приближается весна. Ей на солнце тяжко, слезы ее видят. Кто я? Снегурочка! А какие орфограммы в моем имени, ребята? Снегурочка здесь безударная гласная «е», проверочное слово «снег». А еще Маша. Здесь фонарный блок ЧК. Молодцы, правильно. Всех на свете он добрее, лечит он больных зверей. А однажды бегемот вынимал он из болота. Доктор знаменит, это доктор... Айболит! Какие орфограммы в моем слове, Кирилл? Айболит — это имя собственно пишется с большой буквы. И здесь еще бездарное гласное О, проверочное слово боль. А еще, Таня? Это сложное слово. А почему сложное слово? А потому что это оно состоит из двух слов. Ай и вали. Боль. Молодец. Молодцы. Про уютный некий дом разговор мы заведем. Там богатая особа проживала, чай пила. Чай пила, жевала сдобу. И жила бы там до гроба. Подумайте немножко. Верно, это тетя... Коша! Коша. Какие орфограммы в слове кошка? В слове кошка парно согласно слову позиции ш, потому что слово кошечка. А давайте посмотрим, какое слово получается у нас в кроссворде. Праздник! Правильно, что у нас сегодня праздник. Нас, они ждут нас.
можешь удивить, что ты решил нам подарить.